Скандальная голая вечеринка Анастасии Ивлеевой продолжает косить звезд шоу-бизнеса. Дошло до того, что пользователи сети усмотрели след этого омерзительного мероприятия даже в истории с заблокированными счетами Сергея Лазарева. Самое интересное, что двукратный участник Евровидения стал одним из немногих отечественных звезд, не засветившихся в гостях у Ивлеевой. Однако даже это не уберегло его от проблем с налоговиками, певца задело по касательной. Поговаривают, что брюнета настигла карма, ведь он не постеснялся нанести удар в спину ранее ликвидированному Филиппу Киркорову, которого неоднократно называл своим учителем. Как пишет ряд популярных пабликов, сегодня появилось решение о частичной или полной приостановке операций по счету Лазарева. Так, стало известно, что Сергей Вячеславович не предоставил декларацию о деятельности своей фирмы ООО «Пудель-Штрудель», предприятие занималось изготовлением лакомств для собак. Несмотря на серьезность обвинений, ни артист, ни его представители пока не комментируют новость о блокировке. Между тем сообщается еще одна любопытная деталь: в ноябре прошлого года началась процедура ликвидации кондитерской, что может говорить об убыточности бизнеса. Неужели неприятности, с которыми столкнулся артист, отчасти связаны с вышеупомянутым шабашем звезд в клубе «Мутабор»? Пусть Лазарев и воздержался о демонстрации обнаженных прелестей, но при этом умудрился придать многолетнюю дружбу с Киркоровым. Еще одна жертва голой вечеринки, небось Бедросович его проклял за тот фильм. К Сереже подход как к гостям Ивлеевой очень странно. Неужели Сережу ликвидируют? Сокрушаются фолловеры.